Постоянный посол Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал европейское сообщество не признавать выборы в оккупированном Крыму. Свое обращение он отправил послам стран Совета Европы. Кулеба отметил, более половины депутатов в Российскую Госдуму будут выбраны в том числе и жителями оккупированного полуострова. Так как из 450 членов парламента половина проходят по пропорциональной системе. И еще четыре избираются в Крыму по мажоритарке. Таким образом, 229 депутатов, по словам Кулебы, будут нелегитимными. Он также призвал не признавать в парламентских ассамблеях российских делегаций, в составе которых будут якобы выбранные в Крыму депутаты.